Всем добрый день. Сегодня 22 мая 2024 года. Я сегодня приехала к праведнику. Сегодня Йома Алюлаш Раби Мейернес. Сейчас я зажгу свечи. И этот день, как он совпадает с Песах Шени. Что Йома Алюлаш Раби Мейернес совпадает с Песах Шени. Тот, кто не успел отпраздновать праздник Песах, он может сегодня также покушать мацу. Здесь очень много людей, есть специальные автобусы, дороги все перекрыты. В этом году на Лаг Баомер не будет посещения Рашби, и поэтому очень много сейчас, большое столпотворение людей здесь запускают маленькими компаниями. И есть специальные автобусы, которые до нас доезжают. Так вот, свечки горят. То есть я не буду даже зажигать, я зажигу на возвышение души Раби Мейернес. Всем, чтобы хорошего дня, чтобы у всех было счастье, благополучие и самое главное – здоровье. Когда есть здоровье, есть все. Есть вот люди, видите, тоже зажигают свечи, я тут не одна. Все, до встречи в шаббат.